Летом 1992 года мы уже были в проигрыше. Русские помогли нам победить в войне. В 1992 году Вазген Манукян был министром обороны, Хосров Арутюнян – премьер-министром. Я исполнял обязанности председателя правительства. Мы старались что-то сделать, чтобы победить. Левон Терпетросян был президентом и руководил этими действиями. В итоге, в тот роковой момент нам удалось с помощью Кайдара, который был вице-премьером, и Деники, занимающего пост первого заместителя министра обороны, получить необходимую помощь, и фронт перевернулся с ног на голову. Вы не знали об этом? Пусть кто-то скажет, что я не прав. Если бы не Россия, мы бы потерпели поражение в войне. Теперь, когда в Армении говорят, что Россия обязана помочь нам, русские отвечают, что мы вам ничего не должны, потому что вы неблагодарный народ. Америка и Франция вообще не хотят вмешиваться в наши дела. Они и не подумают отправлять в регион свои войска. Франция может оказать только моральную помощь. Есть только Россия и Турция. И нынешняя власть выбирает, конечно, Турцию. Сегодня у России и Турции очень хорошие отношения. И Россия ради Армении не испортит отношения с Турцией и Азербайджаном.